Сегодня мы вместе с Ромой снова продолжаем быть шпионами. Вы очень сильно хотели продолжение, и вот оно. Не забывайте ставить лайки, ребят, чтобы как можно скорее вышла следующая серия. Я желаю вам приятного просмотра. Ехала. Доброе утро, агенты. Неизвестный киберубийца недавно погрузил в хаос мировую сеть. Мы считаем, что этот террорист пытается получить доступ к найденному в смарт-очках микрочипу, чтобы навсегда стирать виртуальные личности жертв, таким образом лишая их контроля над собственными жизнями. Учитывая, насколько эти микрочипы защищены, это мог сделать кто-то из своих. Поэтому наш первый подозреваемый — компания Nimbus Web Optics, производитель самого известного бренда смарт-очков в мире. Сегодня, когда там никого не будет, вы внедритесь в их здание и сеть. Ваша задача — получить доступ к их серверу Майнкрафту и достать технические отчеты о микрочипе. Все, взламываем Майнкрафт-сервер! Уху! Дедосим! И там сейчас сел такой: да ты чё? Бля! О, нихрена! На шесте прям как стриптизер. Опа! Так. Так, ладно, я опять в сеть захожу. Хорошо, вы находитесь Nimbus в лобби. Теперь выясните, как получить доступ. Ага, подожди. Для начала обеспечьте вашему напарнику доступ ко всему зданию. Хорошо, я получаю доступ. Идет взлом. Доброе утро, ошибка. Нет, подожди. Я бы хотел назначить встречу. Отведите меня к менеджеру по продажам. Давай, к менеджеру по продажам. Извините, я не говори, могу на каком-то этаже. Сейчас, подожди, я хочу... До свидания. Так. Подвал, первый, второй, третий, лифты. Это, скорее всего, первый этаж. Я нахожусь в каком-то офисе. Nimbus, прям главный офис. Тут прям стол. Внутренние есть. Службы, доступ сотрудников, камеры наблюдения. Камеры наблюдения, смотрю. Так, я пока никаких камер не вижу, я вижу... Вижу тебя! Опа. Отлично! Так, ты у нас заходишь то ли в дверь, то ли куда, да? Так, да, подожди. Так, это другая, это информация просто о компании. У меня есть, смотри, у меня есть тут какой-то веб-агент, и он не может меня распознать. Может, ты что-то хакнуть можешь? Веб-агент, который не может тебя распознать, хорошо. Ну, по камерам вроде бы ничего, у меня по камерам больше нет. Хорошо, значит, ты у нас на первом этаже, мы это точно поняли. Зовут, ее Ария зовут. Она помощник дополнения реальности. Ария, ё-моё, ну я смотрю, тут у меня куча агентов. Арию найти будет немного проблематично. Подожди, ну это дополненная реальность, короче. Это не какой-то обычный агент. Это агент дополненной реальности. Я понимаю, Барбара. Я могу только, знаешь, у меня вот есть этот агент и дверь, которую, может быть, ты открыть сможешь. Я ищу Арию. Как у нее пишется имя? Ария, 4 буквы. Чтобы ты понимал, я всех женщин проверил. Нету ни одной Арии. Так, ну... Это как такое возможно? Ну, это, скорее всего, потому что, ну, как, не знаю, как ассистент просто, ну, несуществующий. Ага, ну да, тут просто все существующие с фотографиями. Mm-hmm. Хорошо. Тогда я выхожу с доступа к сотрудникам и во внутренние службы, да, возможно это. Так. Назначенные встречи, электронная доска объявлений. Подожди, сможешь ли ты назначить встречу, потому что я бы хотел назначить встречу, а она мне не может меня распознать. А, пожалуйста, свяжитесь с техническим специалистом. А двери ты не можешь никак, да? Попробовать открыть. У меня есть ID рабочего места, обработка базы данных. Слушай, а мне кажется, все-таки надо лифты тебе открыть. Электронная доска объявлений, ну-ка. Ё-моё, как много здесь всего. Это вообще жестко уже, Ника, уже за топ Каролина, пошел. Каролина, Сабина, Давид, Марина. Я думаю, то, что все это мне вряд ли понадобится. Я говорил тебе, я не могу работать сверхурочно на этой неделе. Моя группа выступает на этих выходных, я должен подготовиться. Оп, входящая трансляция от напарника. Я тебе передаю самого первого сотрудника. Так. Дата трудоустройства 29.04.2035. Так, допустим, я этот сотрудник, сейчас внедряется профиль. И, скорее всего, я смогу с ней поговорить. А, я могу... Помогите, Маш... О, доброе утро, подожди. Смотри, я сейчас могу назначить встречу куда-нибудь. Нет, могу ли я напомнить вам о цели? Нет, скорее всего, я иду дальше. Окей, с ассистентами не говори, я могу идти дальше. Так, отлично. Сервера мейнфрейма и контактный центр. Есть... Ты хотя бы знаешь свое имя? Джаеун Парк. Да, Джаеун Парк. Смотри, у меня есть два прохода. Я в технологический центр не могу зайти, потому что вы можете получить доступ к технологическому центру только при помощи функции назначить. А, то есть ты, скорее всего, меня можешь назначить, что мне нужно идти в сервера. Так, и вторая дверь, контактный центр. Иду во внутренние службы. Подожди, в контактный центр я могу зайти. Так. Назначенные встречи. Смотри, что у меня есть. База данных назначений. ID рабочего места. Обработка базы данных. Введите действительно ID рабочего места. Так, я сейчас подойду и, скорее всего, тебе скажу рабочее место. Так, сегодня будет моим рабочим местом. Так, активировать. Ебать, тут прикольно. Цели на сегодня. Каждый звонок после 20 числа. Нет, нет, нет. Журнал звонков. Очки. О, подожди. Нет, это номер клиента. Блин. Где мне найти номер? О, нашел! Значит, ID виртуальной машины... ID рабочего места 011-434. 434. Обработка базы данных. Взламываю. Джаеун Парк. Встретиться с представителем. Время встречи. Так, тебе надо выбрать отдел. Куда тебе нужно? Сервера. Сервера мейнфрейма. Технологический центр, отдел продаж, отдел маркетинга.
Отдел кадров. Технический отдел. Возможно, оно, да? О, попробуй, попробуй. Или технологический. А, сейчас, скорее всего, технический. Сейчас я пойду посмотрю быстренько. Контактный центр. Технологический, технологический. Все-таки технологический. Да. Время встречи. Да, не знаю, назначь. Так приду как надо. Ну, просто надо понять, сколько сейчас времени. 5-10. Сейчас 5-10 утра. А, 5-10 утра, господи, я уже в 17 полез. Так, 5-10. Ну, давай тогда на 5-20 тебе сделаем, да? Давай, давай. А, 5-30, могу 5-30. Давай 5-30. Все, подтверждаем. Назначена встреча, найс. О, все, открылось. Хорошо, справляетесь. Продолжайте искать помещение с сервером мейнфрейма. Так, на третьем этаже сервера, если что. На третьем этаже. Так, ты сейчас какой-нибудь лифт видишь? Да, я вот сейчас в лифт зашел, отказано, на третий этаж не могу пойти. А, сейчас, подожди, сейчас все будет. А ну, хакер, а, давай. А есть какие-нибудь данные этого лифта? Типа начинающиеся на J, да, D? Да, 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 последнее AH21. Везде AH21, тебе нужно средние значения. Так, 7737402. Да. Например. Да? Да, например, да. Продиктуй теперь полностью. J-D-U-A-S-U-Y-D. Вот эти цифры, так, которые ты назвал. AH21. Тебе нужно на третий. Да, на третий. Ебать, в натуре взломал. Хорош. Кайф. Мне нужно узнать код доступа, чтобы взломать третий этаж. Так, сейчас, подожди, я куда-то пришел. Нажмите, чтобы взломать. Так, походу, я начал взлом. Название. Я могу назвать тебе сеть какую-то? Ну, а это мне пока ничего не говорит. Так, код доступа какой-нибудь, не знаю, может быть, я камеры вижу. Подожди, там дроны летают, что? Мне, походу... Я тебе на всякий случай предупреждаю, у меня от третьего этажа вообще нет доступа. То есть я тебе ничем помочь не могу. Ну, ладно, тебе, видимо, надо все-таки мне от третьего этажа дать какой-то код доступа. Может, не, я могу, подожди. Вот, походу, я тебе дам сейчас код доступа от третьего этажа. Вот, смотри. Код доступа 18:30. А почему ты раньше так его я тебе видел? Говорю, вот это есть, типа я не знал, код доступа какие-то тут есть. Ну-ка. Ладно. О! Будьте осторожны, я засек впереди множество систем наблюдения. Так, сеть мейнфрейма могу зайти и научно-исследовательский отдел. Во, научно-исследовательский отдел мне нужен, там дроны, прям нужно мимо них, видимо, пробежать. Охранные дроны. Да. О-о-о. Фух, ну я могу открыть двери тебе, конечно, но... Давай. Так. Блин. А ты до конца не можешь их открыть? Так, я зашел. Это все, что я могу сделать. Ты меня по камерам, по-моему, можешь увидеть. Тебя засекли! Бля! Я понял. Смотри, ты должен мне сейчас говорить, в какой комнате ты находишься, потому что по факту все, что я вижу, это ни хрена не вижу. А все, что тебе сейчас нужно сделать, это забежать в комнату и сразу пойти направо. Хорошо. После этого немножко постоять. Сейчас, подожди, я открою тебе дверь, давай. Я тебе скажу идти направо. Бегу. Все, давай, направо, сразу. Стой, да? Там дрон будет. Бля, там дрон. Сказал направо. Ну, сорян. Я просто думал, то, что тебе чуть дольше надо будет бежать. Так. Я же не вижу тебя. Ага. Так, давай, вперед, направо. Направо. Сразу направо. Все, забегай в эту комнату. Так. Куда? Теперь налево сразу, как только зашел. Так. Давай. Бегу. И сразу налево еще раз. Так. А, быстрей. И сразу вперед, потом еще раз. Понял, ну, понял. Сюда. Куда? Да, давай, у тебя все получится. Блядь, блин, за мной почти, прям, да. последняя комната. Все, нормально, да. поняли, что нужно делать, давай. Поехал, давай. Сразу иди по пути, налево. Но не натыкайся на дрона. Блядь. Не натыкайся. А ты я не же видишь, не знаю, да, этого я дрона, не, получается? Я же не знаю, это он за комнатой просто, поэтому. Это только я ты понимаю, видишь, да. Ты меня, типа, должен предупредить, типа, либо... Хорошо, скажи, когда забежишь в комнату. Забежал? Заходи. В следующую забегаю. Пока. Давай, беги. Бегу, вперед. Забегаю. Теперь еще бегом, налево. бегом. И еще бегом. Прямо, просто прямо, беги, до талого. Дальше. И вперед. Вперед. Просто вперед беги. Сервера мейнфрейма. Зашел! Ебать! Все, зашел! Я в серверах! О, красавчик, просто лучший. Ну, без себя бы не справился. Ладно, захожу в сеть мейнфрейма. Скрыть замок. Так, сейчас. IP-адрес нужен. Сейчас взламываю. Блин, там IP-шка, по-моему, была. Попросить помощи. Вот, я тебе, по-моему, помощь сейчас даю. Принять. Так. У меня есть, короче, три... А, я твою мышку вижу. Да. Подожди, а что это значит? А может мы одновременно должны? А, мы должны? Вместе должны. Ну-ка, давай. Пошел процесс. Что это, подожди. Ключ, замок, шпилька хакера, тебя тоже шпилька это агента. Подожди. Ты должен шпилькой агента сейчас вниз повести. А я не могу ничего делать. А, о, подожди. Правый... Да. Так. Повел. Теперь я веду это. Так. Теперь ты ведешь шпилькой. Блин, а, все, я понял. А, надо было держать. Не... Все, не... Вот. Давай. Блин, прикольно. Супер, я бы даже сказал. Дальше. Так. Ага. Идешь. Мою шпильку ты уже понял, да? Тут очень аккуратно и быстро нужно. Давай. Красавчик, еще. Блин, она осталась. А я не... А, ты ее должен двигать, понял? В нижнюю вот эту. Нижнюю, смотри. Да.
Так. Теперь ты двигаешь третью сначала. Сначала ты двигаешь точно, третью. Блин, гений. Все, теперь поехали. Ты двигаешь все остальные. Так. Красава. Все, найс. Так, мы дошли до второго. Теперь третье. Давай сразу посмотрим. Это то твое? Есть, получается, сейчас двигаешь только ты. Угу. И наоборот делаю я. Ага, ну поехали. В принципе, это же вообще не сложно. Да, вообще легко. Это даже проще, чем второй, какого черта. Как будто я тут должен был затупить. Оп, так. IP-адрес. IP-адреса нет у меня никакого. Тебе надо его узнать. Сервера защищены, так. У вас получилось, теперь помогите своему напарнику найти отчеты о микрочипе. Так, консоли мейнфрейма есть, ну-ка. Так, смотри, IP-адрес есть. Давай. 254. Так. 167. 167. 123. 123. 133. 133. Подключаюсь. Так. Все, я в сети. Обнаружены три угрозы. Брэнд Маур и... Я ничего не увидел. Я бэкдор открыл. Ну ладно, значит, ты все сделал. Так, ты получаешь, да. О! Что-то случилось? Йоу! Межсетевой экран узлов. Аналих Брэнд Маура. Причем, знаешь, тут очень странно написано. Анализ Брэнд Маура. Вот что тут написано, просто искаженно. А, смотри, у меня есть охрана системы. Брэнд Маур нарушитель, антивирус. Походу, Брэнд Маур тебя спалил, что этот нарушитель. Я захожу в сеть. Вот, антивирус тебя еще не нашел. Подожди, запрос помощи отправлен. Вот, короче... Я могу тебе сказать по типу Брэнд Маура. Подожди, я просто с этим Брэнд Маура ничего пока сделать не могу. Вот, Брэнд Маур, ну-ка. Так. Смотри, слева шестеренка, справа солнышко. Сейчас. Во! Хорошо, что ты сказал, я вовремя заметил. Так, слева шестеренка, справа солнышко. Но смотри, сколько палочек у солнышка? Три. Три палочки. То есть шестеренка и три палочки. Так, сейчас найду. Смотри, тут просто огромная вариация таких штук. И мне нужно узнать прям точную. Я понимаю, о чем ты говоришь. Слева шестеренка, которая выглядит незакругленной, у которой три грани идут влево, вверх и чуть-чуть влево. Смотри, и вниз, и чуть-чуть влево. Направо заполненное солнышко, и вверх, вправо, вниз, вот эти, ну, лучи, грубо говоря. Да. Все, нашел этот Брэнд Маур. Так, отключаем. Так. Этот Брэнд Маур в настоящее время блокирует запрос на подключение. Да. Я беру на себя полную ответственность за рискованные действия и... Да. Так, все правильно сделал? Да. Все, четко. Красиво, проходим дальше. Давай. Так. Я по трубе какой-то плыву. Ой, сейчас, походу, меня снова остановят. Так, антивирус. Теперь антивирусный карантин. Я тут что-то должен сделать, сейчас посмотрим. Ты мне немного проспойлерил, походу. Потому что я еще все летел. Ой, блин. Так, я смотри. Между порталами. Вот. Кликните для входа. И кликните для входа. Куда мне надо? Смотри, у меня есть синие квадратики, есть белые квадратики. Вниз я не могу идти. Так, направо-налево можешь, да? Да, есть синяя, давай, синяя это как будто... Ну ты с двух сторон синяя у тебя. Да? Ну ладно, я тогда зайду в любой. Кликните для входа. Правильно, пошел. Смотри. Так, смотри, я смотрю сейчас на синяя. Ага, на синяя. Да, иди туда. На синяя прям идти? Ну вот, да. Хорошо, иду на синяя. Это обратно вышел. Тогда я возвращаюсь налево. Так, смотри, вот ты вышел, и сзади тебя прям есть штука, верно? Да, Пойди, стоп, вернись обратно. А я сейчас должен снова пойти налево. И вот смотри, по идее от тебя справа... Блин, я не знаю просто, как ты это видишь. Я вижу это все в трехмерном пространстве. Смотри, вот сейчас дверь самая первая, откуда ты возвращался, правильно? Самую первую. Да. Вот, слева от этой двери сразу тебе нужно туда зайти. Слева, я понял, то есть я смотрю это как... Направо, я понял. Все, я захожу. Во-во-во. Да прямо давай, дальше, говори. Прямо вот так иди. Прямо, понял, захожу. Так, еще Правильно? Прямо можешь. Еще прямо иду. Это не дальше. Прямо было. Это было более чем прямо. Скорее всего, у тебя... Так, подожди. Вернись обратно. А у меня единственное осталось. А тебе назад вернуться надо. Так, смотри. Пойди налево. Ну, я не знаю просто, как у тебя левая, где у тебя... Я понял, дальше. Это обратно ты вернулся? Нет! Я не обратно вернулся. Что, ты понимал, ты вернулся обратно? Короче, странно. Нам нужно понять. Вот, сейчас ты... Правильно. Возможно, ты путаешь сейчас лево, право и так далее. Нет, давай нет, поймем. Нет, смотри. Дело в том, что у меня есть квадратики всякие. Есть синяя полоса сверху, справа, снизу, слева.
Вот. И я, типа, я не знаю, что они значат. Это, скорее всего, как-то тебе помощь. У тебя есть что-то, ну, вот синее прям, вот вход синий, синий какой-то? Есть, конечно. Прям конечно. Синий вход, да? Прям синий вход. Его не... Ну, давай через него пойдем. Ладно, да иди в синий вход. Иду в синий вход. Все, хорошо. Теперь смотри. У меня есть синие квадраты, опять. Ни в коем случае не идти в синий вход. Ни в коем случае. Его нет. Там входа нет. Так. Подожди, а что если я нажму восстановить? Вот просто на всякий случай посмотрю. Так. Ага, понял. Тебе нужно именно туда сделать. Подозрительный элемент мы не будем удалять. Смотри, тебе нужно сейчас... Ну, попробуй куда-то сходить. Я тебе скажу, правильно ты пошел или нет. Смотри, сейчас я иду налево для себя. Угу. От синего. Я смотрю всегда от синего, потому что я изначально смотрю вот, смотри, на синее. Спиной встань к синему. Так. И прямо иди. Все. Во! Попер. Сзади опять тебе... смотрю на синее. Смотри на синее. Спиной стой к синему. Так. Налево. Налево. Ай, молодец! Так. Давай, смотрю на синее. А, все, мы прошли. Жесть. Вот оно как, оказывается, работало. Так, теперь и страж. Ой-ой-ой-ой. Я, во, вижу. Нет, стоп, не вижу. Страж, анализ угроз. Анализирую. Активация угрозы через 18 секунд. Короче, так. Это треугольничек, и у него слева кружочек, кружочек, кружочек. Треугольничек, который смотрит направо. И слева у него три кружочка, которые идут друг за другом. Прям, да, красава, красава, красава. Лучшие просто. Так. Фу, жесть. Идем дальше, сейчас сразу будет следующее. Предупреждаю. Итак, это анализ угроз. Поехали. Это человечек. Знаешь, голова и... Нормально. Полуслово. Конфиденциально. Microchip.zip. Копирование. Поехали. Копирование файлов. Я все в себя скопировал. Передача данных отчетов о микрочипе подтверждено. Давайте закругляться. Запрос на извлечение. Так, пошло у меня что-то. Инструмент взлома. Напарник ожидает извлечения. А, во, все вижу. Консоль мейнфрейма. Ожидание извлечения. А, вот так. О, нет, нас обнаружили. Спасите своего напарника. Где ты? Я бегу в подвал. Идешь в подвал. Так, подвал, так, обычно подвал, я уже там. Выход, подвал, выход. Камера наблюдения, смотрю. Это, блин, подвал, да, вниз. А, я вижу, где ты. Ты я, спускаешься. Я правильно еду в подвал, да? Ну, по идее, а, да. Вот ты по камерам, да? Да-да, он, а, здорово. Понял, здорово. Но у меня, если что, нету ничего абсолютно. То есть только камеры. Так, единственное, походу, также есть отгрузка какие-то. И получение. Сейчас что-то красное вижу. Надо... Так, все, я в подвале, минус первый этаж. Если есть что активировать, активирую, потому что у меня в подвале пока только камеры наблюдения. Вот, ты меня видишь. Отгрузка и получение также присутствует. Ой, там лазер уже вижу. Турель какая-то, подожди. Ой-ой-ой-ой-ой. На туре турель. Мне нужно аккуратно пройти мимо этой турели. Прям перебежать. Режим защиты, ручной взлом. Я вижу, что... Все. Забей, она моя. Хорош. Так, очочки. Детектор электричества. Встроенное приложение LV предназначено для тех... Что там случилось? Это я. Блять. Я думал, кто-то сзади подходит ко мне. Так, я вижу электрическое реле, которое идет... Хорошо, покажи, как ты его видишь. Электрическое реле? Да. Вот у меня вот здесь под, в полу типа электрическое реле, я вижу его. Ага. И оно вот прям издает сейчас электричество. Постреляй, постреляй туда. Во, смотри. Вон там стеночка, пострели в эту стеночку. Вон. Какую? Верхняя, 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 смотри. Видишь, вот где я смотрю, надо мной, так. Видишь? Вон туда, стреляй в стенку вверху. Вверху, еще выше, еще выше, еще выше. Еще выше. Во, правее. Правее. Во! Получилось! Вау! Есть еще места? Походу сваливать надо, у меня... А, у меня же очки, я свалил. Я в этих очках виделся. Найс! Получено достижение. Спектр! Отлично! Такие мы молодцы, блин. Да, вообще нереальные хакеры. Mission complete. Продолжение следует. Спасибо, ребята, огромное за то, что посмотрели этот ролик. Если вы также хотите продолжение, не забывайте ставить лайки под этим видосом. Чем больше лайков, тем скорее выйдет новая часть. С вами был FlexGK Рома. Всем удачи, всем пока.